Құрметті көрермендер, біз өзіміздің тікелей эфирімізді жалғастырамыз. Жаңадан қосылған көрермендер болса тағы да қайырлы күн дейміз. Ал біздің арнамызға келесі лектің де қонағы келіп жетіпті. Настя, өзің таныстырасың ба? Да, сейчас расскажу, кто у нас сегодня в гостях. Сегодня к нам пришли дебатеры. Дебаты, да? Мне кажется, это лучшее направление на сегодняшний день. Вадим Косолапов, Юлия Педан и Анастасия Шидловская. Добро пожаловать, ребят. Кошки, здравствуйте. Слушайте, ну давайте начнем с того, как вы познакомились с дебатами. Это ведь такое, да, искусство. Не каждый может хорошо говорить. Да, давайте я начну, потому что моя история довольно необычная. Давайте. Я в КВН собирался идти. Первый курс, агитация. Я думаю, пойти в КВН или нет. И пишу своему старшему брату, который учился в ЧелГУ на тот момент. И играл в дебаты, ну, целый один раз в жизни. И я говорю, стоит ли идти на дебаты? Он мне говорит, безусловно, да. Вот так я попал на дебаты, а сам он из дебатов благополучно ушел. И мы ни разу не встретились. А вы остались? А я остался, да. Все понятно. Так, ваша история. Я вообще в дебаты попала совершенно случайно. Я листала истории в Инстаграме и у знакомой увидела, что вот проходит набор в дебаты. И я почитала, что такое дебаты вообще. И мне стало интересно попробовать, поэтому я пришла. И мне понравилось, и я осталась. Хорошо. А у вас какая история? Мое знакомство с дебатами произошло еще в школе. И когда я пошла на первый курс университета, я была точно уверена, что я пойду и начну заниматься дебатами точно. Но, к сожалению, я пропустила агитацию, где говорили про все клубы университетской лиги. И сказала своей одногруппнице, чтобы она меня записала на какой-нибудь клуб. И она меня записала в Ахметов Пактары, и так я попала сюда. Вот. И так я познакомилась со своим тиммейтом. Со всеми дебатерами. Да, с дебатерами Пактары. Чему все-таки учат дебаты, вот на ваш взгляд? Ну, я как координатор, наверное, это моя задача, говорить, чему учат дебаты. Ну, очень много спектра вообще навыков, которые дают дебаты. Это коммуникативные навыки, это критическое мышление. Но я думаю, необходимые навыки для современной молодежи, потому что мир развивается, и надо быть конкурентным. Ну, это то, чему учат дебаты. Правильно выражать свои идеи, если нужно. Все понятно. А у вас недавно был какой-то конкурс, верно? Где-то участвовали? Да, проходил международный турнир новичков. Ну, республиканского уровня у нас были судьи из Челябинска, из России. Вот девочки, которые там играли, я был одним из главных организаторов. И девочки заняли первое место. Они забрали этот кубок, вернули его домой. Давно кубка не было дома. Турнир новичков последний раз в Костанае выигрывали костанайцы в 2019 году. И вот девочки вернули его. Против нас играли спикеры из Кокшетау, из двух дебатных клубов города Кокшетау. Спикеры с области, в целом с города Рудного и так далее. Но наши все еще лучше. Молодцы, девчонки, поздравляю вас. Спасибо. Расскажите, что было сложного на дебатах в этот раз? Были какие-то сложности? Самое сложное – это был полуфинал. Там политическая тема. И для меня политика немножко тяжеловата пока что. Я еще не сильно освоилась в этом направлении. И ну, было тяжело. Вот. А как вообще у вас проходят, да, вот эти уроки дебатов до, опять же, конкурсов? Чем вы занимаетесь? Что делаете? Ну, мы проводим тренировочные игры, естественно, это, ну, нагоняет опыта, который необходим в реальных выступлениях. Но, кроме этого, у нас есть тренинги на различные темы, информационные, ну, допустим, те же политические темы и тому подобное. У нас есть главный тренер Диас Сулеймен, которого, к сожалению, сейчас тут нету, да, но очень умный парень, который играл на республиканских, также международных турнирах. Он очень хорошо осведомлен, я не знаю, как у него все в голове это помещается, но он очень, у него очень, да, много информации. Очень-очень много, и он способен ее передавать нашим первокурсникам. Да, я думаю, стариков он может поучить на самом деле. Ну а так вот, скажите мне, что нужно человеку, чтобы начать заниматься дебатами? Есть ли какие-то определенные уже навыки, которые у него должны быть заложены? Или дебаты это для всех, для желающих? Я считаю, что дебаты на самом деле для всех. Надо иметь смелость прийти на дебаты, а все остальное это уже само собой получится. Потому что, ну, девчата совершенно спокойные, две маленькие девочки. Между прочим, Насте 15 лет, она самая младшенькая у нас в клубе, и у них хватает сил играть с более опытными, да, дебатерами. Поэтому главное просто начать, найти в себе силы и прийти на наш сбор. А сколько времени, получается, вы уже занимаетесь, девчонки? 3 месяца, получается, с сентября начинаем. 3 месяца? Это ваш первый турнир, получается, был такой? Нет, до этого у нас еще 2 турнира были. Это Кубок координатора и JD Cup. Вот, получается, Кубок координатора в честь нашего координатора Вадима. И JD Cup, там мы играли с более старшими, опытными ребятами. Вот.
Угу, да. Так, у вас. Я приехала с Рудного, и в Рудном уже был дебатный клуб, и там я играла по другому формату. И для меня этот формат, который сегодня мы практикуем, это ВПМ-формат, он был новый, поэтому я думаю, я играю в него 3 месяца. Вот, и он... А вот вы говорите про форматы. То есть форматы дебатов всегда разные? Я думала, всегда в одном формате приходят. Ну, на самом деле, есть регламент общий, в который играют на республике. В студенческой лиге играет британский парламентский формат дебатов. Его суть заключается в том, что в одном раунде 4 команды вместе играют. А школьная лига, ну, поскольку Юля была в школьной лиге, они играют американский парламентский формат, он более простой, там всего 2 команды. Ну, это такое устоявшееся разделение на студенческие и школьные дебаты. Вот, поэтому форматы немного отличаются. Как выбираются темы на дебаты? Ну, зачастую темы выбираются в соответствии с какими-то актуальными новостями в мире. И то есть берут новость какую-нибудь там, не знаю, там панда какая-нибудь в Китае, да, там новая появилась, и все, эту тему берут, ну, и все? Почти. Ну, надо, чтобы тема была какой-то острой, возможно. Ну, например, чемпионат мира по футболу и всякие события, которые там происходят, они довольно странные и спорные, и поэтому о них можно спорить. Главное, чтобы была какая-то проблема, которую можно было решать. Можно ли сказать, что дебаты – это искусство спора? Да, определенно, дебаты – это искусство спора. Все понятно. Тогда предлагаю на минутку отвлечься, посмотреть прогноз погоды. Мы его сегодня, кстати, так и не посмотрели. Я Дурсай Тасым, Шынмейн Ауарайын, Мүлдем Көрмеген Екеміз Бүгін. Ендеше Ауарай болжамына кезек берейік. Внимание на экран. Продолжаем говорить про дебаты. Ребят, ну а какой следующий турнир-то будет? Вот, захотим с Ильей прийти, как раз посмотреть. Ну, наверное, стоит сделать пару анонсов. Ну, главный турнир, который у нас будет, ну, в ближайшее время будет Кубок Челгу. Его организовываем не мы, но мы там участвуем, там также участвуют девочки, там играю я. Но главный наш турнир, который будет в ближайшее время, но относительно, это в феврале Кубок Байтурсынова. Байтурсынов Кап – это большое событие, всегда каждый год он проводится. Туда приезжают команды вообще со всей страны, и не только. Приедут определенные спикеры там из Бишкека, допустим, из Челябинска, из Екатеринбурга. Это прям большое событие, гранд-турнир области, один из вообще самых больших турниров в стране. Поэтому в феврале было бы здорово, если бы вы пришли, будем вас ждать. Я тогда вот решила, мне меня кызығып кеттім. Жалпы, дебат ойнында қандай ойын түрі қиындау болып табылады? ЛД болсын, БП болсын дегендей? Наиболее любимый? Ну, наверное, я вообще люблю формат ЛД. Он интересный, потому что проверяет твои личные навыки. ЛД – это формат, когда вы играете один на один с человеком, без команды. Да. И он, наверное, интересен. Он более, ну, там, более ставки на ораторское мастерство, на искусство именно убеждения, не столько на конструктив какой-то. Поэтому он наиболее зрелищный, поэтому ЛД, наверное, самый красивый и интересный такой формат для зрителя. Это жахса. А вообще вот следующий турнир, вы сказали, будет. Кто может там участвовать? То есть это среди там колледжей, среди университетов или, не знаю, создалась какая-нибудь там команда любителей, которые хотят участвовать. Пришли мы с Ильей и говорим, мы хотим участвовать вдвоем. На самом деле. Я утрирую, но все, что не менее. На самом деле могут играть все. Дебаты наиболее открыты для всей молодежи. У нас в Казахстане молодежь очень большой срок считается. Поэтому можете приходить. Скорее всего, всех пустим и постараемся максимально. Все могут участвовать, желающие. Еще раз, когда это будет? В конце февраля. В конце февраля. Даты еще не объявлены. Следите в нашей группе. Все будет. Ребят, а еще такой вот вопрос. Сколько времени можно заниматься дебатами? То есть, есть ли какой-то там типа ограниченный курс? Вот там, не знаю, прошел там этот максимум за год, и все, и как будто выпустился. Или дебаты – это то, чем можно заниматься постоянно, там, не знаю, как футбол и так далее? Ну, есть определенный срок, до которого ты числишься действующим членом клуба, это когда ты обучаешься в университете. Но дальше ты получаешь статус, который в дебатах называется статус аламника, когда ты как бы выпускник дебатного клуба. Но ты все равно можешь играть в дебаты.
Есть некоторые турниры, например, на следующих, если я не ошибаюсь, выходных будет проходить турнир в Астане, Тунгыш Кап, это очень тоже большое событие, и там есть ограничение, что на нем могут играть только учащиеся университетов. Но на большинстве турниров такого ограничения нет, поэтому играют люди, которые там в дебатах и 7-10 лет и тому подобное, поэтому ограничений как таковых не существует. Кто в дебатах считается выигравшим? Вот, то есть люди же спорят, да? Mm-hmm. Правильно идет спор определенный. А кто считается выигравшим? Тот, чье мнение было доказано наиболее верно. Чья точка была, с точки зрения более аргументированной, более конструктивной, логические цепочки более понятные для судьи. Mm-hmm. То есть судья уже там записывает, допустим, mm-hmm. эта пара вышла, например, они между собой там дебатировали. Yeah. Понятно. А когда выходят дебатеры, это всегда люди одного возраста приблизительно или нет? Допустим, может там выйти, вот вы, например, вам 15 лет, и там взрослый человек абсолютно, например, там, к 40 годам уже. На самом деле выйти могут кто угодно, и бывают случаи, когда играют там ребята совсем молодые против более взрослых спикеров, это случается. Но на большинстве турниров, на крупных, существует два отдельных финала. То есть все играют вместе, но финалы у новичковых команд, взрослых команд mm-hmm. разные. Mm-hmm. То есть у них свой финал, у них свой mm-hmm. финал. Вот так вот мы понимаем, что нечестно, наверное, ставить в один финал молодых и более опытных спикеров. Поэтому разделение присутствует. Понятно. А вы вот сказали, что вы занимались со школы дебатами, mm-hmm. да? С какого класса? Со старшей школы, с 10 класса начала заниматься этим, потому что в нашей школе организовалось это направление, mm-hmm. и мне как не стало интересно попробовать в этом. Меня и затянуло. Mm-hmm. И все, и понравилось, Понравилось. А вот что, какой бы совет вы дали начинающим дебатерам, новичкам? Что бы вы им сказали? Ну, пожалуй, это то, что нужно получать в первую очередь удовольствие от этого, не нужно гнаться за какой-то победой, потому что игра в дебаты в первую очередь это должно приносить какое-то удовольствие и удовлетворение от того, что ты пообщался с людьми, обсудил какие-то новости, темы, и что ты смог показать свою эрудицию для кого-то. Mm-hmm. И поэтому не стоит переживать, если, допустим, у вас сразу не получилось, или вам страшно выступать перед большой аудиторией, что сегодня это является актуальной проблемой, mm-hmm. наверное, для молодых людей. Mm-hmm. Вот. И поэтому стоит не бояться и чувствовать себя более раскрепощенно в этом плане. Вот. Угу. Но вот вы 3 месяца уже занимаетесь. Что вы для себя уже открыли там новое или получили какие-то хорошие знания? Что вот у вас появилось в багаже? Наверное, я перестала все-таки переживать, когда выступаю перед большим количеством людей. Более открыто стала и углубилась немного в политику. Все-таки начала за что-то изучать. Понимать, угу. да, изучать. Мне стало это интересно. Вот, в принципе. Вадим, вот как раз ваши девчонки сказали такую хорошую тему, что самое главное – это участие, а не победа. Uh-huh. Мне кажется, всегда есть такие люди, которые очень сильно расстраиваются, что они не выиграли, я там uh-huh. не выиграл. Что вы им говорите? Uh-huh. Как вы их мотивируете? Чтобы они не расстраивались. Да, это вообще моя работа, наверное, прямая, потому что эти девочки мои подопечные. И, естественно, не все побеждают. И даже на этом финале было там 2 наши команды, из которых вот девочки выиграли, другая команда не выиграла. Они расстроились, наверное. Скорее всего, да, немного. Это не самое главное в дебатах, вообще не самое главное. Они доказали, что способны, побеждать, они уже в финале. Наверное, даже победа в финале не так важна, как результаты, которые ты по ходу турнира, в принципе, демонстрируешь, как ты свои силы показываешь, как ты выступаешь. Это более важно, чем победа. Потому что, победа это часто не только от тебя зависит, от позиции, которая тебе выпала, от темы, в которой ты разбираешься, либо не разбираешься. Это все равно фактор удачи присутствует. Поэтому главное просто достойно выступать. Если ты достойно выступаешь, это уже больше, чем любая победа, которую ты можешь на дебатах заработать. Угу. Вот вы, получается, тренер по дебатам, правильно? Я координатор, да. Координатор. Угу. Ага. Вот самое для вас такое большое достижение в дебатах – это что? Девочки, мои ребята, которые достойны. Я очень сильно, если честно, переживал перед турниром новичков, потому что, у них были уже турниры до этого, 2 турнира, но они были внутренние, в пределах области, а это республика, и было страшно, достаточно ли мы дали им для республиканского уровня, чтобы побеждать Кокшетау, допустим, и так далее. И мы все очень сильно волновались, но первый же раунд, мне приходят результаты всех раундов, и во всех раундах мои команды победили, вообще во всех, я думаю, значит,
значит вложили не зря. Мы правильно готовили. Ну, получается, сами вы сколько лет занимаетесь дебатами? Я в дебатах 4-й год, это мой последний год как действующего. Так, а потом что будет? Поиграю еще какое-то время, там магистратура и так далее. У меня еще будет какое-то время поиграть в дебаты. Ну, думаю, лет 5 я буду в дебатах. Mm-hmm. Понятно. А как же КВН? КВН? Ну, в КВН я в итоге так и не попал. Да? Все понятно. Ну, в КВН, мне кажется, в любом возрасте можно вернуться, на самом деле. Сёнька, у нас есть такая добрая традиция. Мы всегда говорим пожелания нашим телезрителям, что-нибудь такое доброе, хорошее, мотивирующее, глядя вот прямо в первую камеру. Готовы? Давайте. Хочется пожелать всем доброго утра, доброго полудня, хорошего настроения и, наверное, сил на то, чтобы прожить свой рабочий день и находить всегда плюсы. Вот, желаю, наверное, здоровья, счастья, удачи. Хорошо. Так, теперь ваша очередь. Я желаю, чтобы все, что вы начинаете, все у вас получалось. Играйте в дебаты. Дебаты – это круто. Я в этом убедилась. Дебаты действительно помогают развиваться. И развивайтесь. Замечательно. Ну, от вас уж такое что-нибудь прям завершающее, мотивирующее. Да. Чтобы все пошли в дебаты. Ну, уже, конечно, пригласили, уже хочется идти записаться. Да, первое – действительно играйте в дебаты. Всех вас ждем, всех телезрителей этого прекрасного телеканала. Научим вас каким-то новым штукам, которые вы до этого не умели делать. Ну и в целом подарим вам хорошую дружественную, действительно семейную атмосферу. Но пожелание – никогда не сдавайтесь на достигнутом и не считайте, что неудачи – это что-то плохое. Это опыт, который мы выносим, поэтому надо бороться до последнего. Спасибо большое, девчонки, вам побед. Желаю вам на следующем турнире выиграть. Вот. Ну, а вам как можно больше таких учеников с хорошими достижениями. Спасибо. Спасибо вам. Раз меня қызықты әңгіме жүргіздік, сізге сәттілік тілеймін. Келесі турнирлеріңізге өте жақсы дайындықпен қатысуларыңызға тілектеспін. Ну что, дорогие телезрители, ну а вы, конечно же, не переключайтесь, потому что у нас, конечно, будут еще гости и много-много интересного.